Привет! Я Валерия Коротина, автор идеи фильма «Ася и Вася Козленок». Я Никифорова Полина, режиссер фильма «Ася и Вася Козленок». Меня зовут Маша Терещенко, и я креативный продюсер. Также с нами мысленно присутствуют другие члены нашей команды, довольно большой, как у Вова, анимационного кино. Это продюсер Десислава Миткова, автор персонажей Анна Чернышова, художник-постановщик Екатерина Максименко, композитор Николай Скачков и большая команда аниматоров под руководством Александра Евсеевой, а также глава компании «Рики» Илья Попов, благодаря которому этот фильм стал возможным. Спасибо вам большое, что вы нас пригласили на фестиваль, и мы очень рады присутствовать здесь, хоть и виртуально. И мы очень рады такой поддержке и симпатии к нашему фильму, тем более, что это молодой проект, и мы постарались вложить в него действительно всю душу. Этот проект — это история фильма. Она о дружбе, о любви к природе, о детстве на природе. Он в первую очередь о дружбе городской девочки и мальчика из деревни, которые каждый день открывают для себя что-то новое, очень простые вещи, которые вокруг нас, но о которых мы часто забываем. Мы делали фильм зимой и получили большое удовольствие во время его производства. Вокруг было холодно и мрачно, а кино получилось летнее, зелененькое, веселое. Танцуют дети, летают бабочки, прыгают кузнечики. Надеюсь, то настроение счастья, детства и лета передастся зрителям через экран. Приятного просмотра! Пока!